Всем привет! Решили съездить за мхом, так как запасы дома уже закончились. Впереди зима, и скоро все закроет снегом, а у меня нет мха. Ну вот сегодня немножко я его наберу, уже набрала. Вот такие вот получаются шубки. Осенний мох – это самый классный мох. Он жирный. Вот посмотрите, какая красота. Даже не нужно никакого блока из коры. Можно орхидею привязать прямо вот на этот моховой блок. И сейчас я вот покажу, как мох бывает разных видов. Но для орхидей годится любой мох. И в лесном мхе видео о нем у меня уже было. Очень тоже классно растут орхидейки. Вот так я немножко расчищаю полянку и буду сейчас брать хороший кусочек мха. Вот здесь такой мох очень мелкий, изумрудного такого цвета. И сейчас я попытаюсь собрать ровный кусочек. Вот такими вот кусками большими можно собирать мох. Он очень легко отделяется от земли. Вот такая у него подушка из корней получается. Конечно же, под ней очень много живности, и в самом мху находятся и всяческие личинки, и паучки, и гусенички. Этому мху достаточно будет просто просохнуть какое-то время, и все его жители покинут. Вот такая большая куртина мха. Все собираю, все нужно просушить, и все жучки, паучки его покинут, и можно будет спокойно пользоваться. Вот так в этом месте чуть-чуть взяла мха, и пойдем прогуляемся дальше. Попутно могут попадаться грибочки. Нашла два грибочка. Ну, на большую добычу грибов я не рассчитываю. Приехала за мхом. Такая куртинка мха. Мох везде и кругом. И я выбираю тот, что мне больше нравится. Так. Это уже другой мох, елочками такими очень интересными. Кораллы напоминает. Складываю в корзинку. И иду дальше. Вот уже какие-то сгнившие грибочки. Так. Краснушечка, сыроежечка. И вот еще один интересный мох. Попробую взять его здесь. Шубку удалось поднять. Вот здесь какие-то грибочки, естественно. Вот она, естественная микориза. О, красота! Вот так у меня уже целая корзинка.
можно еще немножечко собрать. Мох, это видео снимаю. Так. Эпик все походу. На. Эпик походу все. Ну поехали. Поехали. Сейчас я еще мешок дособираю. Ну пойдем, там его можно дособирать. Здесь что-то есть. Здесь грибниц нет. Здесь какой-то он не очень. Ну, тут что-то на квадриках, что ли, ездит. А? На квадриках здесь заезжено. Сейчас найду еще полянку мха. Соберу в пакет. Очень хотелось бы найти сфагнум, но сфагнума здесь нет. Вот такой мелкий мох. Как раз у меня остались бульбочки от стенгопеи. Вот я попробую их посадить на свежий мох. Как хранить мох, я уже рассказывала. Видео есть на канале, посмотрите. Оно так и называется. Лесной мох для орхидей. Так.